Всем привет, с вами Думан, и сегодня речь пойдет о прессе. Итак, все мы прекрасно знаем, что пресс можно прокачивать на турнике и на полу. Какой вид прокачки вы выберете вы, этот выбор останется за вами. Итак, начнем, естественно, с турника. Сейчас вам покажу три упражнения. Итак, первое упражнение. Наша задача коленями коснуться груди. При этом при подъеме вдыхаем, при опускании выдыхаем. Так, показываю. Это первое упражнение. Второе упражнение. Нашей задачей является мозгами коснуться турника. Также вдыхаем и выдыхаем. Итак, третье упражнение. Они называются часики. Мы крутим ноги туда и сюда. Так как у меня здесь стена, я вам покажу упрощенный вид. Вот. Ну, чтобы нам полностью выполнить часики, наши ноги должны быть прямые, что мне не позволяет. Я могу показать только в одну сторону, как это выглядит. Ну, вторую, например, нет возможности. Итак, перейдем к полу. Итак, на полу делаем замочек и подкладываем под голову. Также наша задача является грудью коснуться до колен. То есть, что мы делали на турнике, только в обратном направлении. Итак, так же вдыхаем и выдыхаем. Итак, второе упражнение. Это те же часики, только у нас тут идут махи. Сейчас перейдем к третьему упражнению. Итак, теперь наша задача лечь. Также можно положить руки сюда. Но лучше всего делать замочек и подкладывать под голову. Это упражнение третье. Оно очень похоже на упражнение на турнике. То есть наши носки должны коснуться турника. Тут же делаем то же самое, только лежа на полу. Также вдыхаем и выдыхаем. Ну, вот и все. Итак, теперь перейдем к самому главному. Нам нужно составить тренировку. Итак, мы берем 5 подходов и делим их. То есть первый подход мы должны выполнить 30 повторений. В самом подходе уже 25. И мы минусуем по пятерке, тем не менее мы доходим до десятки. То есть 30, 25, 20, 15 и 10. У нас получилось 5 подходов. После того, как мы выполнили с 30 до 10, мы должны начать с 10 делать до 30. То есть перерыв между каждым подходом у нас должен составлять ровно 1 минуту. Выполняем 30, 25, 20, 15, 10, 10, 15, 20, 25, 30. И это все мы должны выполнить в одном упражнении. То есть выбирайте любое, турник, такой. После вот этого, то что мы выполнили, мы переходим ко второму упражнению. То есть первым мы прокачивали нижнюю часть пресса, потом мы прокачивали вверх, ну и брюшной пресс. И так мы делим
три упражнения, в котором карма не должна выполнять как в одном, так и в другом, так и в третьем. Везде одинаково. Естественно, перерыв между упражнениями должна составлять минуту-две. Можете три, кому как. Две вполне хватает. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, дизлайк. Оставляем ваши комментарии. Подписываемся. Ну, конечно, в штабе вы можете просить у меня, что бы вы хотели, чтобы я для вас записал. И я в свое свободное время постараюсь это сделать. С вами был Аргумедов. Пока!